бежит эта моя старая пир-пир-пир. Куда же она заколобородила? О, заколобородила. Новое слово надо запомнить, пригодится. Здравствуйте, бабушка. Какое чудесное новогоднее утро, не правда ли? Ага, мороз и солнце. Морозище, так гляди, примерзнешь. А вы двигайтесь. Ага, двигайтесь. Что за народ пошел, а? Ему говоришь, замерзла, а он двигайтесь. Он что, глухой, что ли? А, да, солнышко, хорошо, утро морозное, никого кроме нас с вами нет. С Новым годом вас, бабуля! Глухой, явный, слепой. Где же она моя на старый пир? О, идем! Легка на сисьминя, как говорит мой жену. Здравствуй, здравствуй, моя дорогая! Здравствуй, здравствуй! Здравствуй, здравствуй, распрекрасная моя! Ну, одевайся, выходи рано утром, оделайся, как просила. Зачем? Начинаем новую жизнь, новые ощущения с Нового года. С Нового года, а не сейчас. Новый год наступил, сегодня уже 1 января. Не уже, а еще. У нас впереди 364 дня. О, Дед Мороз! Здравствуй, Дед Мороз! Дмитриевна, это ты его позвала? Дедушка Мороз, а можно? Нет, нельзя. Я же не Дед Мороз, бабуль. Как не Дед Мороз, а кто? Ну, бабуля, ну какой я Дед Мороз? Я же совершенно трезвый. Да, Севна, ты очки одень. Это же жилец из соседнего подъезда. Ну, я так думаю. А чего он так рано утром на улице делает? Мир, человек! Тебя из дома выгнали? Эх, сердца нету твоей жены. А что я его себе заберу? В хозяйстве пригодится. Жены у меня нет. И никто меня не выгонял. Я просто пораньше на пробежку вышел, бабуль. Вот видишь, бабуль, а ты говоришь 364 дня. Да, я даже себе представить не могу, что я будет за 364 дня. Как я буду выглядеть на фоне нашего подъезда. Так что... Побежали! Куда? Догонять бальзаковский возраст! Мир человека, ты далеко бегаешь! Ну, в общем-то, пару километров. Просто настроение у меня хорошее. Новым годом вас, бабуля! Год? Пять! И меня называл. А мне-то еще до бабули, о-хо-хо-хо-хо! В общем, не дождетесь! Сосед! Мы с вами побежали. Я не ваш сосед. Я вас не знаю. Я просто на пробежку каждое утро здесь выхожу. И все. Каждое утро? Да. И нас не знает. Да нас здесь каждая собака знает. И кошка. И вообще мы с Дмитриевной главные. По шопингу. Вот. И нас еще участковый на довольствие поставил. Как поставил? Когда поставил? Ну, поставил. Я думаю. Бабулечки, ну я еще раз говорю, я вас не знаю. Так что счастья вам, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. А я... Дмитриевна! Так это же наш врач! Доктор, я вас узнала. Вот как вы вот так встали, вот так я вас и узнала. Да, так наклонились, мы вас и узнали. Вы это доктор, вы. К вам же как не придешь, а вы все наклонитесь и пишете. Доктор, а я 3 дня тому назад анализы сдавала. Они хорошие или плохие?
Бабуля, ну откуда ж я знаю, хорошие у вас анализы или плохие? Я не врач, и я не из поликлиники. Обознались мы, Лясевна. Таня Дмитриевна, у меня глаз алмаз. Вот я старая перепелка. Это же наш стоматолог. Доктор, а вы помните, как 3 года назад вы мне зубы ремонтировали? О, 36-й. О, о. Бабуля, у вас хорошие зубы. Были. Пока ты мне их не повыдергала. Я не стоматолог, и не уролог, и... А с почками у меня совершенно все прекрасно, а вот зубы... Да уймитесь вы, бабуля, я вас поздравляю с хорошими почками и хороших вам в новом году анализов, а я побежал. Лясевна, а может быть он мой... Я обычный русский человек. Я просто люблю природу, свежий воздух, люблю пробежаться на ясной зойке. Стоп! Не морочь на голову! Я тебя узнала! Святушки! Люди добрые! Люди добрые! Пусть поглядят! Гришка, он это, он! Распутин! Какой Распутин? Распутный Распутин! Гришка, богохульник! Господи! Я не Гришка, я не богохульник, и даже не Иисус Христос. Все, бабушки, я побежал, вы прощайте, я вас не знаю, вы меня тоже... О, куда? Господи, Всевышний, сделай так, пожалуйста, чтобы я их в этих больше никогда не видел в новом году. Я потом придумаю. Пошли, прекрасная моя подруга.